Ну вот у нас сегодня суббота. Вечером будет 4 часа вечернее богослужение начнется. Вот Игнатий Иванович вышел с собаками позаниматься немного. Вот намордник для урагана. Вон он подает голос сразу. А без намордника ему нельзя выпускать его общество собак. Слишком драчун. Сам собой управлять не умеет. Не трудится над своим характером собачьим. Ну, что тут? Ну. Ну, так понятно. Хулиган. Поэтому ты на учете стоять будешь в полиции. Как хулиган. Стой. Сейчас это прицеплю, чтобы не отлетело. Тому не дает выходить. Сейчас я. Так ему этот намордник не нравится. Сегодня теплая погода у нас такая. Да, я думаю, где-то до 10 градусов, наверное. О, уже настроился. Уйди отсюда! Уйди отсюда! Уйди отсюда! Уйди отсюда! Я тебе палкой, ну-ка! Так! Куда лезешь? А то не так. Согревается. Ничего себе, прыжок. Вот намордник у тебя и все. Так, научился через намордник палку доставать. А он на него ноги внимания. Я палку бросил, она туда улетела. Я ходил там и все лопатой искал, искал, не нашел палку. Потому что искал этот мордой, тыкал везде, ты зажал. Ну. Тот грызет активно. Иди сюда. Верни. Иди сюда, верни. Давай. Паразит перекрывает его. Верни, давай скорее. Давай, пока его нет. Давай. Давай, 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 давай. Давай, палка. Только щелчки стоят. Этот прыгает как здорово. Ну. А этот воробьев гоняет все. Смотри, какая птица, как улетит. Ворона, еще коршуня-то нету. Ну интересно, когда оправляться начинает, он не лает, ничего, стоит. Вот у... надо же, интересно. А человек наоборот ждет, когда кто-то сядет, чтобы шибить его. Ну сейчас он положит на пол, смотри. Там воробита, это не видите. Он палку бросит тогда. У нас тут разогрев. Давай скорее сюда. Давай, нет, давай. Давай сюда. Иди сюда. С миром прямая. Он воробьем гоняем. Надо ему прогулки делать. Надо что-то делать. А как делать? Вот так. Вот вы можете. Ну-ка, иди сюда. Иди,
гуляй, гуляй, гуляй. Давай сюда. Шибу с ног. Иди сюда. Он его зажимает, видишь? Я бы без этой, без намордника, он бы отобрал у него сразу. Они сцепятся в палку какую. Сюда, бегом. Не так бы взять его. А этот, ну, внимание, у нас сейчас ревность какая. Ой, ой. Сегодня 30 января 2021 года. Сергей, это хозяин собак этих в больнице лежит. Что он мне там предлагал? Деньги предлагал, что я хожу. Да, 30 тысяч, говорит, возьми у мамы. Я наоборот должен ему платить. Я столько... Для меня радость какая, каждый день ходить за ними. Он даже прислал людей, думая, что мне трудно. А мне нужды нету. За них ухаживать, одно удовольствие. Ну, можно ты такая. Ну все, я сейчас этого заведу, и ты посмотри, как этого освобожу. Ты что-то с трубой вынудил? Нет, не доделал там. Ну сейчас можно этой попробовать фольгой обмотать. Ты пойдешь куда? Нет, давай, здесь давай, буду. Давай. Сейчас доснимаю. Подожди, заходи. Так. Так, теперь да. Дальше никак. Сейчас я его просто запущу с палкой туда. И вернусь назад. Давай. Вот, а сейчас того буду освобождать. Так кто у нас? Глянуть. Никого, вон он сидит, видишь? Морда. Хозяйственный? Очень даже. За тепло полено принес, хоть одну. А теперь этого надо. Вот тут цепляется. Раз, открыл. А теперь он ко мне идет. Знаешь, что я сниму с него это. Ограничитель. Ну все. Упарился. А теперь мне убирать лопатой надо. Поскорее, давай. Я хожу каждый день лопатой, его собираю и к стенке бросаю. Ураган, давай, иди сюда. Подожди, маленько. Смотри, он как радостно будет. Опа, все. Ну. Мы маленько его оботрем. Возьми, пожалуйста. И здесь надо, она у него такая срастает. Я виноват, прости меня, не догадался. Ищи там. Ее взять нельзя никак. Не думаю расколоть ее. Подожди, вытру мордашку тебя, видишь? Вся вот эта штука. Но растает, мокрая будет морда. О, это он не лает. Не просто лает, а призывает, поиграй со мной. Ну я все поиграю. Там они, там.
меня, говорит, не тешилась, чтобы не хватало. Лопата-то тебе полбу звякнет. Вот смотри, вот такой вот берешь, а теперь беги. Я эту беру, то он сразу забыл. О! Ну давай сюда. Вот и не жизнь не отдаст. А вот когда скажу домой идти, тогда да. Так. Да. Все, на место. Тащи сюда. Брось, брось. Ну куда пойдешь? Ураган. Команда. Давай сюда, неси сюда, порт. Давай сюда. Все, бросай. Бросай. Брось. Иди на место. Ну-ка, иди на место. Ураган. Зараза какая. Паразит. Ураган, ну-ка, апорт. Апорт, сюда. Все. Сейчас туда пойдет, я вот это перехвачу. Так, иди туда. Брось, брось палку. Брось палку, ты не пройдешь с этой палкой, сказал, брось. Ну! Брось палку. Ну-ка, иди на место. Иди, все, все. Он все-таки послушался. Верный пес. Да я разве отдам Сергею собак этих, пока он ну, совсем не выздоровеет. Кабы не они, я бы сейчас сидел дома, квасился там. А я выйду, побегаю, поиграю, меня опять уже на обед тянет. Пошел. Ладно, с Богом. Слава Богу за все. Смотри. Були мои бури, селища-то для вас нету, и они поэтому сейчас не слетают. А то на руки садились. Это шиф был, так нету. У меня есть. Да. Так, ты что хочешь сделать сейчас? Семечек вам дать. Семечек? Они не слетят, они не плющие. Були, 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 були. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Ну всю зиму ни разу не давал. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Ну-ка давай сюда, давай. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Ну, не приучили. Гули, 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 гули. Давай сюда, давай. Гули, гули, мои гуленькие. Гули, гули, гули. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Вот, ну что значит отучил? А до этого ты видел, как были? Да. На руки садились. У меня садятся сверху. Гули, гули, гули. Напугали собак. Сейчас собаки бегали. В Америке может быть хорошего. Это так. Да что, Михаил женился? Не слыхал, что женился. Ну, посмотрим, что. Ну, живет он, а что, женился, нигде не слыхать было. А вот и на него там вывели. Еврейка какая-то, с еврейкой там какой-то живет. 8,
8 только роликов, из 400 можно набрать, остальное, там где-то пение, то поют, то разные песни, 12 разбойников. Ну а что показать-то больше, нет ничего? То, что ну, есть, там один танец показал, показать тебе испанский или какой танцует он рукой. Без бороды. Да, а это не важно для спасения. Да, конечно. Я специально там 8 отобрал, чтобы посмотреть, где он бывает. Потом вечером зайдет. Все в ресторанах где-то там обедает. Нигде не работает. Живет на сейчас за тем ухаживал, то умерла бабка-то. Вот. Из храма тоже очистили там. Храмы-то там тоже так ограничили. Друг друга сталкивает. Живет на пособие. Ездит, смотрит, звонит, щемайки ездит. Ну ты ж не работаешь, но нам дают пособие. И на пособие ездишь. Да, ездят там разные штаты, снимаются. Ага. Да. Ну, посмотри, зайди. Добрый день, Надежда Васильевна. Самое интересное, вот это найдется, как с подругой с какой. С чашкой с этой. Это мне ночной горшок спрятали, а вот эту поставили кочергу, так я от нее избавился. А это нашел, они за дом вынесли. Вот они. Гули. Вот один слетел. Гули. Вон они пошли. Гули. Скорее. Пока один клюет, сейчас другие полетят. Гули. Вон они. Игорь там подстрадал, блядь. Начал со склада снова снег там хотел. Много снега, Игорь. Залез на лестницу, а снег как пошел всей лавиной. А Лена внизу стояла, их завалила обоих снега. Да он с высоты-то как ахнулся на землю. Сюда. Господи, да и веревка ничего не было. Ну не было ничего. Ну как же так? Да вот так. А как, с нового склада? Ну да. Ну она же железо это. Ну здесь видишь, железо. В этом году не так. Я с бани тоже встал, только лопатой задел, она как. Ну там немного, как ухнул, я успел отскочить. Мороз был 40 градусов. Шифер-то все намерз, а потом снег нападал на сухое это. Обычно бывает там сырое, а потом она примерзает и держится. А это. Так. Гули. Вот. Это голуби у меня ручные. Хромает плохо, что-то нога там, пятка, да. Игорь? Бок болит, но. Господи, помилуй. Он на лестнице, где с лестницы. А как пошел его вместе с лестницей, это он как с высоты туда. Иди сюда. Гули. Они вас боятся. Гули. Ну, новостей-то сколько. Иосиф там не говорит, как бы. Ну, ничего не говорит. Видно, дорожка протоптана. Ну, слава Богу. Мне главная забота, или как сказать, думал о Симаковском, чтобы не прорвало, чтобы пошла вода куда надо. Ну, здесь я ничего не могу сказать. Это вода. Ну, вот сейчас просятся некоторые, чтобы приехать там помочь. Это я говорю, не могу, я то есть совета деревни. Кого сейчас помогать? Помогать, что там в деревне, когда работаете. Ну, летом только. Ну, летом, я и говорю. Ну, летом. Приезжаешь, вон. Вон они. А так, полетает. Бачка не за вами? А что? Гули. Знаю. Машины? Ну, да. Гули. Ну-ка, маленько отойдем в сторонку. Слетят они или нет? Должна. Ну, кто там такой? Давай посмотрим. Виктор. Это говорит, пробляд, говорит, на следующий год. Это что, пинул Москву? Все. Пойдешь? Или домой? Ладно. Пойдем, они тут свое. Ага. Вон они голуби слетают. Видишь? Да, вижу. Теперь они слетают. Все, заканчиваю, да? А? Заканчиваю? Сейчас вот это голубей заснять, подойдем. Видишь? Все. Ух, как крыло сразу. Семечки-то для них лакомство. Как для меня, наверное, мороженка будет. Гули. Хотя семечки я тоже люблю. Я боялся, что его порвет натянутый.
Вон, смотри, покажи туда. Коробка. О! Вот чудо-то какое! Что деньги ваши люди кто-то продает? Эх, мои... Я только сейчас загнал, две собаки бегали у меня свои. На жабок на один только, такую собаку. Так-то. У нас потеряешь, барсуков много рядом. Так подрастет, приезжай. Она внутрь ворочается, зачем вот ее там? Она уже, ей 8 лет уже. 8 лет у нее. Ей 8 лет, да. Как смотришь, забоялась. А я, Сергей-то в больнице, а у меня две собаки. Одна другую не любит. Так сначала на морщик надену, на одну, которая это... Ураган. Ярая такая. А тот выскакивает. О, голод перевернулся, на крышу упал. И поднялся, вон внизу летит. Забота мне. Голоден 56 бараньев кормить зиму. Под кратеры 5 кошек. Против кузы не ходят. А там они убежит, да? И сколько она такая на рынке-то стоит? Это как кто? Кто так отдает? Кто хочет 40 тысяч? Не хороший. Очень хороший. Так вот, если пройдет, допустим, Лариса там где-то прошла, мы с ней идем, она все, да? Куда пошла? Куда? Пойдем. 12 600 раз сильнее, чем человек. Ну да, у нее даже лучше, чем у этих. Ну чего ты? Ню, собачка. Маленькая пушистая собачка. Сильно хорошая поисковая собака была. Но если ты побежал по свалке где-то, она сначала пока не всю свалку не проверит. Она юна свою вспоминает. Леш не идет, так ничего нельзя. Она для полностью. А вот у свиньи, да, это нюх лучше, чем у собаки. Вполне. А у вороны в несколько раз лучше, чем у собаки. А у бабочки еще больше. А у бабочки еще больше. Бабочка самая такая. Одной, говорит, молекулы хватает, чтобы она нашла другую. Как Бог устроил. Такое маленькое создание вроде вот как о чем она речь. Все еще чувствует. И когда их травить начали, туда добавляют какие-то, ну как, свадебные. Феромоны какие-то. Ну да. Мужчина точно так же заманывает где-нибудь, за женщину одну, приманка в ресторане. Ой, голову, все. Ну пошли. Все. Все, слава Богу за все.